Всем привет! Пришла очередная посылка из Китая с сайта AliExpress. Вот так вот она выглядит. Судя по пальпации, здесь у нас находятся формы для печений. Сейчас мы вскроем данную посылочку и посмотрим, прав я или нет. Так, плохо отрезал. Ну что ж такое-то? Ножик совсем у меня тупой стал. Так, вот какие-то пакетики. Да, так оно и есть. По-моему, это форма. А, нет, это не форма, ребята. Это рамка. Рамка для... Тут у нас все. Рамка для камеры. Для камеры Xiaomi. Давайте я ее достану. Вот так вот она выглядит. Собственно, сюда вставляем камеру и ставим вот этот вот крепеж. Туговато вот так вот он входит. Здесь закручиваем. Ну и вставляем в тот, скажем так, крепеж, который нам необходим. Для чего я заказывал данный корпус, скажем так, данную рамку? Тупо для того, чтобы можно было спокойно снимать вот эти вот наши обзоры. Просто потому, что я сейчас снимаю на телефон. В SG4000 был крепеж, но был немножко не такой. Вот, была прищепка, я и прищепку тоже заказал. Вот, с прищепкой, наверное, будет удобнее. Но этот крепеж также подойдет для крепления к велосипеду. То есть сюда вставляем камеру и надеваем на крепеж для велосипеда. Защелкиваем и, пожалуйста, нормальная получается съемка данной камерой Xiaomi. Вот. Ну что ж, здесь больше добавить или убавить нечего. Сейчас я вас сориентирую по деньгам, сколько стоила данная рамка. Сейчас я ее постараюсь найти. Очень много заказов у нас здесь. Зависли несколько заказов. Так, вот она рамка. Так, нашла она, наверное, порядка месяца. Так, 6 мая я ее заказал. Сегодня у нас 31 мая. Ну да, почти месяц. Вот. Цена 106 рублей. Давайте посмотрим, сколько она стоит сейчас. Сейчас она столько же и стоит. То есть, курс прыгал вверх-вниз, а цена не изменилась. То есть, в принципе... Подгоняет продавец под ту сумму, какую бы он хотел получить в рублях. И, в принципе, это он и добивался, наверное. Это он и получает. Но мы получаем с вами добротный, качественный материал. Будем надеяться, что все нормально встанет сюда, нигде ничего выскакивать не будет. Здесь, в принципе, рамки вот эти вот, за которые камера будет цепляться и вываливаться не будет. Они присутствуют здесь. Вот. А в отличие как от той же SG4000, я использовал не такой вот крепеж, а там с прищепкой был такой вот рамка, глухая здесь рамка была, и маленькая вот такое вот окошечко. То есть у нее ни хрена не видно было.
просто вставляется здесь такой как зажим и снизу зажим. И то есть получается вот на этих вот двух зажимах держалась камера. Здесь же этого нету, здесь просто вставляете и вот так вот раздвинув, вставляете и тупо закручиваете, и она за счет этого держится. То есть в принципе просто, элементарно и никаких царапок камера, как в случае с SJ4000, нету. На этом видео я заканчиваю. Если видео понравилось, ставим лайки. Не забываем подписываться на канал. Ссылочку на продавца я оставлю под видео. Если надо вам такая приблуда, то заказывайте.